Волки появились, козы пропали. Да. Волки уйдут, козы появятся. Вот такая беда. Еще один достанешь. По грудь. По бороду, бля, по грудь. Слабенький тебе зайчик. Да. Силы еще больше, чем у любого слона. Ну да. Глубина льда. Еще не все. Тоже свежий, да? Где-то пока у меня тут недалеко стоит. Может, там прошел тоже. Да ты че? Я же. Это проживание. Не живодерство, это проживание. Здесь подписчик говорил, делаем ли мы утром зарядку. Вот вам зарядка, ребят. Ну да. Такие зарядки. Ну его нафиг. Не каждый бодибилдер выдержит, честно говорю. Так уж повелось, что в силу некоторых обстоятельств, коих бывает разное множество, люди уходят жить отдельно от больших и малых городов. Уходят жить в одиночестве и спокойствии, наедине с природой и с самими собой. Тропические джунгли, горы, степи, пустыни, сибирская тайга, отвесная скала у моря и даже Арктика. Человека, живущего степенно в одиночестве, можно найти еще не по таким экзотическим адресам. Вот и мои знакомые отшельники живут обособленно по разные стороны северной реки Вилюй, чуть поодаль от города Нюрба, что находится на крайнем севере России, в Якутии. По соседству, так сказать, в 7 километрах друг от друга. Как и почему ушли, какие сложились обстоятельства, все это в предыдущих сериях. Сегодня мы поговорим о другом. Сегодня мы затронем нехитрую добычу рыбы и мяса. Для того, чтобы зажечь свечу вечером и под треск печки в теплой избушке опробовать вкуснейшей зайчатины или скушать жирные северные рыбки, надо неплохо так потрудиться. И если вы сегодня наберетесь терпения, вы сами в этом убедитесь. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подшипники. Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня очень интересное видео должно получиться. Тимофей Александрович покажет сети, а Евгений покажет петли. Ну, по крайней мере, по планам все интересно. Друзья, здравствуйте, рад вас приветствовать. Давайте начнем. И так как видео разбивается у нас на две части, первая часть у нас сети. А вон и рыбак. Отсюда видно, нет? Вон он, в центре экрана. Сейчас подъедем, спросим, что у него там. Знал бы, привез бы свой этот ледобур электрический. Ёперный балет. Это капец. А, и там тоже что-то есть. Ого. Ого. Вот это прикол. Всякие странные штуки. Короче, Тимоха сказал тут бурить.
Сейчас буду бурить. Сейчас будем бурить что-то. Ты повыше меня. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну давай я сейчас сам почищу. Да, ну давайте. Короче, это какое-то самобичевание. А бур нормально не хочет. Капец. Этот нормальный бур. Легкий зато. Ты привезешь хурень какую-то. Потом, блядь, лучше... Хотя бы ножи привезу нормальные. Лучше, блядь, 10 патронов в карман положу, чем твой бур таскать. Такая была... Да там ножи посаженные, нафиг. А я тут воскребаю ломку. Капец. Блин. А можно просто же пойти и селедки купить. Ладно, я уже понял, что меня сейчас закидают. Но такова жизнь. Блин, трудновато. А вот это лопата. Все на ворвантиках. Капец. Чуть-чуть осталось. Глубина льда. Еще не все. Да, дела. Да, очень живописно. Да. Блин, бедный Тимоха, что за приколы такие? Как же так, таким самобичеванием добывать эту, блин, рыбу? Это капец. Еще один достали. По грудь. По бороду, бля, по грудь. У меня груди нет. А, ну ладно, ну. Все грудь по грудь. Вода. О, это уровень, да? Thank you.
муха. А в воде вот так вот легче работать, чем когда она сухая? Легче. Легче? Ну, иногда. Когда сухая, и там очень тяжело вытаскивать оттуда. Да. А когда вода, вот она, лед-то всплывает, а так долбить вслепую, это тоже не очень интересно. А, да. Не очень приятно. Также на эту лунку. Эта лунка — это за конец. А до дна сколько? Толщина льда небольшая здесь, ближе к середине. Ага. А глубина где-то 3,5, да? Полтора. А, полтора? Без льда. А, без льда, ну-ну-ну, все. Подо льдом, со льдом 3, ну-ну. Не снимать, да? Не снимать. Когда вытащит, тогда. А так иногда убегает. Ну-ка. Это здесь и везде. Только не отпускать. Вот нет. Видите, просто отпустите. Взял? Какая?
Да. Вот пихи. Все. Замерим глубину. Ты отпустил? Да, отпустил. Сходи на ту палку. Ага. Подними. И какая глубина? Неизвестно. Они края не задевают. Гладко. Ну, приличная глубина. Короче, вот так вот. Он меня по грудью было, да? Да. По бороду было. Да. Вот так, где-то вот по глазам, ага. Наверное, толщина. Вот так. Так. Ну, вот. Так. Вот глубина. Ага. Вот такая. Ну, полметра. Полметра. Тимуха, отсюда пышнее брать вот эти вот лыжи. Чё брать? Ага, сейчас обдумаем. Я пошёл. Ну да, давай. Растает, да, Тимух? Ё-моё. Ну-ну. Да. Капывать, что ли? Уже толстая. Да, жара там. Натопил. Да там жара же, ёшкин кот, а? У тебя. Жара у тебя. Я у него спрашиваю. Топил? Печку топил? Топил. Ты не топил. Заходи. Хоть локатор не это самое. Хорошо, хоть локатор не домашний, да? Да. Ну, иногда заходит Кутузова облизать. А так вот, когда жарко, не заходит. Обычно вечером или утречком забегает, залезает и все. Пошли домой, тут прохладно. Буран бурана тащит? Ага, буран бурана. Что-то я их вообще не услышал. Я иногда вас слышу. Тут кто-то проехал и к тебе не зашел. Ну, они там груженные. Что они будут заходить? Они мимо проезжают. Туда не заходят.
наблюдательный пункт. Да проехали они уже, проехали. Наблюдательный пункт за рекой. Вот солнышко сюда заходит, а тут зима. Прикольно. А тут уже зима. Зимушка. Зима.
Не видно. Упала вода. Упала вода? Ничего нету? Нет. Это рыбалка. Получается, просто почистил и все, да? Ё-моё. Ну а как же? Если блять будет. Вода стоит, вода падает. И ничего нету, да? Ого. Ничего нету. Пойди тащи его. Хорошо. Это жизнь. Но я не огорчаюсь, еще есть вторая сетка. Хоть будет что показать.
Тимоха, у тебя запас рыбы есть вообще? Есть. На пропитание, да? Конечно. Так что это не страшно, да, что сегодня ничего не словил, да? Да не так страшно. Как чувствуется, есть что-нибудь? Тут двойное течение, так что... Так что непонятно. Все? Пусто? Пошли. Сожру. Все, присаживайся. Я пыль вытряхнул, где на смеющуюся рожу сработает. Так, первое... товарищи. Да, и до свидания. Ну, мы приехали к Тимофею. Видите, все нормально. Рыбы нет, но все хорошо. И прощаемся с Тимофеем. То есть, да. Все. До скорых встреч. До скорых встреч. А я поехал к Жене. Короче говоря, антракт. Антракт. Сейчас будет второе действие. Сейчас будет у нас петли. Посмотрим. Я думаю, у Женьки там что-то будет все-таки. Ладно. Давай, Тимох. Поеду я. Вон там уже, видишь, тебя ждут уже там. Давай. Давай. Да не за что. Тебе спасибо. Итак, антракт закончился. И Женька у нас на стройке. Все, посмотрим. Че, да как? И пойдем, наверное, чайку опять попьем. И по петлям. Строительство прет. Там палатки уже видят. Подписчики, привет. Че, поехали, Женька? Ничего не меняется. На два фронта. И там, и тут. Что говоришь? Дождик уже попадать не должен. Ну да. Сонаряжаемся. Пойдем посмотрим. Путь, дорогу. Получается 6 штук, да? Да не знаю. А? 6 надо. Или больше? Больше. Или больше, или меньше, да? Да. Ну, по крайней мере, пойдем проверим, посмотрим. Я тебе покажу, как петли ставят. Средство существования, блин, не браконьерство. Ну да.
глянем, тропу покажу свою, озеро покажу. Он рыбачим. Смотри, сам. Лиза. Вода уже поджимает твоя. Так, ну что, переоделся по-таежному? На лыжах уже не хожу. Да? Ну что, твоя тропа по своей тропе. Что, пойдем? Пойдем. Ну, пошли. Чё говоришь? Тропа, говорю, видишь какая? Ну, вообще шоссе. Главное не проспать. Да, тропа у тебя прикольная. Тропа, говорю, прикольная у тебя. Так. Туточки. Ага. А где петля-то, я не вижу? Ну, вот же стоит. Ох, нифига себе. Вот тропа. Сейчас непогода, видишь. Вот эта петля. Угу. Вот так вот мы сесть ставим петли. Для проживания. Не живодерство, это проживание. Да, прикольно. И там пусто, да? Погода. Ну да. Пошли дальше. У тебя есть какие-то заметки, зарубки, что петля здесь, не здесь? Понятно. Когда у тебя петля будет, то уже. Ага, где? Ага. А где петля? Вот петля. Тю-ю. Перекошен не видит зайца, поэтому зайцы ловят. Ну да. Слушай, а в каких промежутках там, где-то мы... Где-то мы уже между петлями. Какие промежутки у тебя? А, чисто только по тропам, да? Ну-ну-ну. А? Где? Ну-ка. А, во-во-во. Обалдеть. Ну, видишь, вдалеке. Ага, бегал. Вижу. Чё? Ага. А здесь петли нету, да? Здесь ты петлю не поставил? Здесь тропы нету. Тропа так. А, это просто забежал? А, вот оно в чем дело. А? Ну вот тот заяц, который видели в этом носилке. Слушай, а если Кирилл попадется? На мою тропу испугался, не пошел. Нет. Ага. А если Кирилл, этот твой заяц, которого ты отпустил, попадется? Ну, я-то его узнаю. А если он этот задавится? Нет. Не грустно будет? Грустно будет. Да. Ну, вон он, ага, бежит. Я вижу. Видишь? Да-да-да. Куда идешь? За тальниками. К берегу за тальником, да? Какие. О, блин. Что-то я уже подустал. Ну, смотри-ка, Женька. А? К
какая-то изба, слушай. Терем какой-то стоит. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. А? Ага, есть такое дело. Че, дальше пошли? Это белочка. Видите, трын-тын-тын-тын-тын. Это белка. Белка, говорю, блядь. По моей тропе уже себе тропу сделала. Это что, считается наглостью? Это белка? Да. Слушай, а что в петлю может попасть? А что в петлю может попасть еще? Соболь? А, да? Слушай. Лиса заходит по зайчьему тропе. А, лиса нос, за зайцем ходит. Нос постоянно у нее к этому. Прижатый к земле. К земле. И может и попасться, да? Попадает. Да. А слышишь что? А петлю надо каким-то образом там обезжиривать или что-то делать такое, чтобы она не пахла. Ничего не надо. Ничего не надо? А это кто? Белка. Тоже белка, да? Понятно. Белка, белка. Это что-то белка тут вообще все из... исходило. Все истоптало, смотри. Ух ты. Это что они тут? Веселились? Беличья дискотека, что ли, была тут? Вот в эту дыню. Чё говоришь? Кушать. А, тут столовка. Понятно. Да, движение видно. Ух ты как. Чего? Что-что? Тропа сзади. А где петля? Женя, а если так вот по велюю идти, заносит махом, да? А вот в лесу нет. Только когда снег идет. Тут есть подписчик, я говорил, делаем ли мы утром зарядку. Потом зарядка, ребят. Ну да. Такие зарядки. Ну его нафиг. Не каждый бодибилдер выдержит, честно говорю. Вот свежак. Да ты чё? Вообще даже, может, мы напугали. Сейчас только такой. Да ты чё? А как ты понял, что свежак? Ну, видно же. Видно? Ну, вы видите же, свежак. Все, пошли дальше. Тоже свежий, да? Где-то такая у меня тут недалеко стоит. Может, там прошел тоже. Да ты чё? Слушай, а когда чаще всего попадает? В какое время года? Зимой? Ну, ладно, в каком месяце зимы? О. Слабенький тебе зайчик. Да. Силы еще больше, чем у любого слона. Ну да. Это знаете, чьи следы? Это Женя смотрел. Да, пошли дальше.
Нет. Это тоже ты? Петля стоит. А, вон петля, вижу. А белка прошла. Белка прошла. Вот петля, вот видите. Вот здесь вот, вот, здесь вот тропа стоит. Вот она петля. Тут тропа хорошая. Ну нету. Нету, да? О, что-то я вижу там красивое что-то. Где? Вот там. А это что за след? А? Мышь. Мышь? В петлю к тебе попадались хоть раз? А, это мой след. Еще мой след. А здесь озеро, да? О, какое красивое у тебя озеро. Нифига себе. След, след, иди. Ага. А, тоже петля. Да, здесь не петля. А это твое личное озеро, да? Да ну личное, какое оно мое личное. Ну вон там, где. Вот же пятна. Тоже тропа. Тоже нету, видишь, да. А где петля? Вон. Видишь, спрятанная. А. Вижу. Так, где же? Вот, это петля. Обалдеть. Здесь озеро, блин, рыбачу на карасей. Это ты здесь на карасей рыбачишь? Да и здесь тоже, здесь очень крупный карась. Да ты чё? Мало, но крупный. Мало, но крупный. Это вот корчага у меня стоит. С мундушкой. Да, классно. Козы пропали, коз нету. Волки появились, козы пропали. Да. Волки уйдут, козы появятся. Вот такая беда. Слушай, а волк или коза в петлю попадают? Не. Ну, а, выдирают просто. Знаешь, да. Конечно, попадают. Уже на днях попало. И выдрало все тебе там. Все повырывало. А что же зайчи петля-то? Мощная. Я уже умудрилась залезть, не пойму. Ногой, видать. Ну-ну. Перешли, селю я где-то. Мне это вот не надо было. След, след, иди. Ага, иду, след, след. Чё? Белка, блин, сбила, ты чё, видишь? Да ты чё, где? Зараза. Вот петля, видишь, а он белку не след. Ага. Петля, видишь, сбитая идет. Ну-ну-ну. Прошла туда, туда. А ты ее поправишь сейчас? Конечно. Белки-пакостники, блин. Что же она где-то проскакивает, что ли? Ну, конечно. Где? А, во, вижу. Чуть не мимо проскочил я. Проскочил? Заяц был, блин. Перепрыгнул, купил. Блин. Лисы, ну. Или белка. Это белка, ё-моё. А, белка опять? Нет. Это белка. Слушай, вообще частенько в петлю попадает? Ну, здесь зимой. Движение у них, конечно. Да? В мороз, они начинают бегать. В мороз.
А, кушать начинают. Не. А, во, вижу. Это кто? Это лис. Лис? Да. Вот скотина появился, не было его. И этот лис тебе тоже портит, да? Почему портит? Он пытался вверх взять. Да? А, вижу, вижу. Зайцы уже гоняются, видишь? Вон тропа зайца как идет. Ага. Да. Вчера же мы с тобой приезжали. Да, вчера проезжали. А, это же мы эту петлю искали твою, пропавшую. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Лиса, говорю, а лис? Лис? Мужик. Потому что лапы крупные, да? Он сам крупный. Лиса маленький. Да. Дама. Дама. А он никого не гонял? Спокойно шел и пытался подняться. Что, тоже петелька есть? Да. Зайца не было, видишь? А, вот вижу. Зайца нет. А зайца нет. Тропа хорошая, а зайца нет. Все. Это финал? Домой. Домой. Вот такая вот, вот, так, вот такое вот прогулочка такая вот. Ну, плохой результат, тоже результат. Погода, погода. Угу. Ну, вы, может быть, я через экран передал вот долю этого труда. И сетей, и петлей, и петли, и сети. Вот такая вот история. Друзья, до скорых встреч, увидимся. Будьте всегда здоровы, не болейте. До свидания. Мать, у меня все нормально. Я рад, что ты меня смотришь. Михей. Целует меня семью. Мама, все. Не горюй. Дорогие подшипники, будьте здоровы. До Дай свидания. Здоровья. До свидания. Ветер и снег переходят в пургу, но вас не потянет ночью в тайгу. Кто в этот час в зимовье возле печки курит при свете маленькой свечки? Думаю его не про шмотки и тачки, а про больную лапу собачки. Он представитель отшельников века, просто устал верить он в человека. Он верит собаке и мыслям своим, себя не предашь, не предашь и других. Просто устал от общения со злом, рядом живет только в мире ином. Отшельник-охотник хоть как назови, но нет для него иного пути. В пути у кого-то ломается стрелка, и поезд по жизни несет человека. Не нам их судить, каждый выбрал свой путь. Только о них попрошу, не забудь. Как заячий след по снегу петляет, он ищет судьбу, находит, теряет, и вновь появляется в жизни азарт, когда он поймает удачу и фарт. Кто-то ушел от неверной жены и смотрит на всех как бы со стороны. Кого-то сломала водка и блуд, а всем не расскажешь, тебя не поймут. Не каждый уйдет в изгнание, как скит, и только тайга тайну их сохранит. И он не предатель, и он не изгой, он просто не хочет жизни другой. Вот вы в городах
симбиозом живете, и коль что случилось, на помощь зовете. Электрик, сантехник и скорая тут, в тайге ты один, за порогом не ждут. С тайге за порогом лишь смерть караулит, в виде медведя того не осудят. И экстремальные тут холода, но грустные мысли ты гонишь тогда. В тайге словно в битве, один на один, и кто победит, тот господин. А если ты слаб и в душе не уют, запомни, тебя в этом мире не ждут. Здесь выживет тот, кто духом силен, кто верит в себя и в последний патрон. В минуту напасть и на помощь придет, себя не жалеет, но друга спасет. Живут в необъятной тайге однолюбы, беседуют с ними такие же люди, но любят они этот мир без прикрас. Немножко жалеют отшельники нас, ведь нам не понять буйство красок весной и пение птиц над зеленой тайгой. И они, как и мы, ждут прихода весны, и новая жизнь начнется для них. Вот вы сидите в уюте, в тепле, чай и печенье у вас на столе, ветер и снег переходят в пургу, но вас не потянет ночью в тайгу. Thank you.